Друзья, вы смотрите на моем YouTube канале Amaze for Freestyle. Это я, Даня Мноленков. Сегодня в этом календаре получается суббота, 3 июня. Пока я начал нагреваться, пытался продемонстрировать легкие, сложные базовые техники из ститинга. Но я уж вспотел, буду сейчас высыхать. И я сегодня, так как на улице не пойду заниматься, чтобы проверить какие-нибудь стандартные качества, ну или точно так же туториал, если буду прерывать трансляцию и много всего полезного. Поэтому, может быть, когда-то на другой раз сделаю, если будет тепло, жарко, то я обязательно приготовлюсь. Так что Дань постарается все это трансляцию сделать. Итак, сегодняшние ролики мы проведем в этой выпуске про Павел Скура. Это польский фристайлер, который он тоже продемонстрировал сложные качества, делал на 2, 2.5, 3 оборота. И он настоящий мастер из ловербоди. Поэтому буду сейчас проверять на планшете и показывать, что там есть классного, более эффективное, что-то себя хочется удивить, поэтому не ждем перемен, друзья. В конце ролика не забудьте подписаться на мой канал, также в Телеграме, если вы найдете в этом рабочем профиле, если вы что-то себе хотели оценить, не забудьте обязательно зайти в эту ссылочку, чтобы проверить, и там в этом Телеграме все это отобразится. Также не забудьте поставить лайк, написать в комментарии, нажать себе на колокольчики. Ну и, собственно, поделиться с друзьями где-то в мессенджерах или в сообществах.
Не ждем перемен, поехали. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. F a critic, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you would think that happens in it. Damn man, I'm all that, yeah I'm all that. Working for that whip, yeah that what you call that. I'ma blow up in the summer, have him yelling fall. Can you dig it?
я оценил в планшете, посмотрел, как жестко демонстрировал эти навыки из ловербоди, там скала ТВ, Элда ТВ, ну и другое название, что он сам придумает, то, что и проверяет, очень понравился. Не который тот раз в этом выпуске Лука Карвесио смотрел этот итальянский чемпион мира по стрит-стайл Red Bull. Ну и Павел Скоро, он тоже участвовал в этих состязаниях Red Bull. Ну, где один одного на дуэлях что-то боролся сам. Но он мощный, конечно, крепкий парень, но... Поляка безупречно, он ловербоди круто проводит. Но я смотрел в спортзале, он где-то тренируется, где-то там и на улице. Я тренировался в ловербоди, у меня почти все получается, но мне волнует кеды, и кеды, оно зато быстрое. Трюк вокруг света, когда я столько-то подтягиваю на количество, и столько же... Оно с тем временем, когда оно целенаправленно. Когда по равновесиями, если трюк делаешь, оно все промежутку где-то до пояса доходит. Или, соответственно, где-то я когда-то чеканил, оно до колени или до бедра. Поэтому надо специально какие-то мячи выбирать профессиональные для фристайлов, но не то, что для футболистов. Конечно, так несколько раз подряд трюков не сделаешь. Для фристайловские мячи, такие, как я видел вот, на каталог товаров в интернете и смотрел, что выбирать подороже надо, но... Действительно, сейчас пока в стране происходят санкции, и, конечно, это сдача товаров, которые из фирмы Adidas, Nike, Puma, где я видел, ну, и Sportmaster, там много ничего не найдешь такого, вроде подобного. Ну, на сегодня все, наша трансляция подходит к концу, мне понравилось, и большой респект за Павел Скоро, такой же красивейший трюк. Я удивил, я был в восторге, был потрясен. Так что поделитесь ролики с друзьями и пишите в комментарии. Ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте на колокольчики. До скорого, друзья. Всем пока.